В городе Сан-Кристобаль Доминиканской Республики продолжают разбирать завалы после мощнейшего взрыва. Число жертв инцидента, который случился еще в понедельник, возросло до 10, включая 4-месячного ребенка. Около 60 человек получили ранения. Еще 11 числятся пропавшими без вести. На место прибыл президент страны. Будет проведено расследование, чтобы определить происхождение и причины этой ужасной аварии. Тем временем мы должны спасти жизнь тем, кто пострадал. Взрыв прогремел в коммерческом центре города. Как говорят спасатели, эпицентром была пекарня в районе Старый рынок. Начавшийся после этого пожар перекинулся на соседние магазины. Владелец пострадавшей ветеринарной клиники отметил, что его сотрудников еще не нашли. При этом военные говорят, что найти кого-то живым вряд ли удастся. Мы пошлем на места технических специалистов, которые укрепят здание и посмотрят, безопасно ли туда входить. Сначала войдут собаки, потом спасатели, чтобы найти там тела людей. К сожалению, со вчера все полностью выгорело. Не думаю, что там есть выжившие. Власти уже начали расследование причин взрыва. Они проверят, работала ли пекарня в соответствии с правилами.